Дубосарах накануне горела сухая трава. Огонь вспыхнул около 7 вечера у родника в районе Большой Фонтан и за минуты охватил весь склон. Прохожие вызвали пожарных, огонь потушили. Выгорело порядка 400 квадратных метров. Сегодня это место выглядит так. Обугленный склон. Благо, огонь не успел перекинуться на дома и сухой камыш. Возгорание поднималось наверх. Была угроза жилым домам. Наши сотрудники сработали оперативно и ликвидировали его. Хочу обратиться к жителям нашей республики, не только Дубосар, поскольку дождей нету, сухая трава повсюду, малейший непотушенный бычок может принести большие последствия где-то в поле, где-то просто может также дойти до каких-то жилых домов и принести кому-то ущерб или еще какие-либо тяжкие последствия могут быть. Пожарные говорят, возможно, причина пожара в Дубосарах как раз непотушенный окурок.